Песня 3, глава 24, когда по луне отрекается от мира, текст слова 18. Эша Бадавите Гардхам. Эша Бадавите Гардхам. Правишта Кайта Бхардхам. Правишта Кайта Бхардхам. Авидья Самшая Гранхи. Авидья Самшая Гранхи. Читвагам Вичиришьяти. Читвагам Вичиришьяти. Эшамадите Гархам. Эшамадите Гархам. Правишта Кайта Бхардха. Кайта Бхардхала. Правишта Кайта Бхардхала. Авидья Самшая Гранхим. Авидья Самшая Гранхим. Читвагам Вичиришьяти. Читвагам Вичиришьяти. Эшамадите Гардха. Эшамадите Гардха. Правишта Кайта Бхардха. Правишта Кайта Бхардха. Авидья Самшая Гранхим. Авидья Самшая Гранхим. Читвагам Вичиришьяти. Читвагам Вичиришьяти. Авидья Самшая Гранхим. Авидья Самшая Гранхим. Читвагам Вичиришьяти. Читвагам Вичиришьяти. Эшамнавите Гардхам. Правишта Кайта Бхардхам. Авидья Самшая Гранхим. Читвагам Вичиришьяти. Эшамнавите Гардхам. Правишта Кайта Бхардхам. Авидья Самшая Гранхим. Та самая верховная личность Бога. Та самая верховная личность Бога. Манави. Манави. О дочь Ману. О дочь Ману. Те. Те. Твое. Твое. Гарвам. Гарвам. Вона. Вона. Правишта. Правишта. Вошла. Вошла. Кайта Бхардхама. Кайта Бхардхама. Убивший демона Кайтапху. Убивший демона Кайтапху. Авидья. Авидья. Невежество. Невежество. Самшая. Самшая. Сомнение. Сомнение. Гранхим. Гранхим. Узел. Узел. Читва. Читва. Разрубая. Разрубая. Гам. Гам. Мир. Мир. Вичиришьяти. Вичиришьяти. Он пойдет. Он пойдет. Перевод и комментарий его божественной милости. Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупады. Шрила Прабхупада ки. Джай. Затем Господь Брама обратился к Девахути. О дочь Ману, тот самый Господь,
Верховная Личность, Бог, который убил демона Кайтапху, находится сейчас в твоем члене. Он разрубит все узлы твоего невежества и сомнений, а затем обойдет весь мир. Комментарий. Особого внимания заслуживает употребленное здесь слово «авидья». Авидьи называют забвение своей истинной природы. Каждый из нас является душой, но мы забыли об этом. Я тело, думаю мы. Вот что такое авидья. Самшая гранхи означает сомнение. Узел сомнений затягивается тогда, когда душа начинает отождествлять себя с материальным миром. То есть пока не отождествляешь себя с материальным миром, то сомнений нет. А когда начинаешь отождествлять, то появляется сомнение. А душа ли я? Душа ли я? А когда нет материальной привязанности, все понятно, душа. А когда есть, то затягивается узел сомнений. Этот узел по-другому называют еще аханками. Точкой соприкосновения материи и духа. Получив по цепи ученической преемственности знания, содержащиеся в священных писаниях, и правильно применив его на практике, человек получает возможность, смотрите, нужно получить знания, и еще правильно применить. То есть одно дело получить, а другое дело еще это и воспользоваться. Тогда человек получает возможность развязать узел материального духа, материи духа. Брама заверяет Девахути, что родившийся в нее сын даст ей такое знание, а затем обойдет весь мир с проповедью учения Санки. Слово «самшая» означает сомнительное знание. Еще интересный перевод, сомнительное знание. Спекулятивная философия и ходячие истины псевдо-йоги, сомнительны от начала до конца. Современная система так называемой йоги основана на представлении о том, что возбуждая различные нервные сплетения, это про чакры. Человек может осознать, что он Бог. Аналогичным образом рассуждает и спекулятивный философ. Но все их утверждения не вызывают никакого доверия. Чисто преданного. Истинное знание, что вчера кому-то доверяет. Вчера женщина на лекции рассказывала про шамана, и она ему доверяет. Шаману доверяет, потому как он всякие чудеса делает, доверяет шаману. Но чистые преданные, у них сомнения возникают. У них сомнительные. Истинное знание содержится в Бхагавад-гите. Бхагавад-гите говорит, в чем же истинное знание. Думай о Кришне, поклоняйся Кришне и стань преданным Кришне. Таково истинное знание. И тот, кто следует этим путем, непременно достигнет совершенства. Омакьян Симирадда Сиаги, Наджа Нашу Акая Чакшуру Миритам Янаха Сумай Шриву Эрэджамана. Шичитайя Бануриша Сасвита Гена Бухарин Своя Группа Кадама Кандадача Сваха Датика. Ван Дехам Шигурон Шигурда Падака Малам Шигурун Вайшнавища. Шри Рупам Саграджитам Сахагадам Рагунам Ханвитам Тамса Дживам. Садвайтам Савадутам Париджана Сахитам Кришна Читанья Дева. Шри Рада Кришна Падам Сахагана Валита Шри Вишакхан Витамща. Хай Кришна Харуна Синдо Дино Ваду Джагат Пате. Гопиша Гопика Канта Рада Канта Намосуте. Дапта Канчана Гауранди Раду Хиджава Нишчари. Бриша Ваду Сутандеви Ганамами Хари. Ванча Калпатар Пишча Пикрепсик Пикрепча Патита Нам Павани Пикрепшни Рамона Маха Шри Кришна Читайня Прабу Нитяна Шри Вани Гаданха Сива Сади Гаура Бхактари Хари Кришна 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 Хари 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 Рама 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 Хари Хари
Навахом Вишна Падая Кришна Пришчая Бодхаведа Шимати Бхактивиданта Свами Нити Намине Намасте Сарасвати Деви Гора Вани Пачайне Мир Вишеша Шунья Вани Пащатяда Шатарине. Всегда хочется как-то выразить почтение этим преданным вам, которые приходят на Бхагаватам, на странных явлениях, где еще в разных храмах, и на Бхагаватам достают обычно на Бхагаватам те, кому деваться некуда. Те, кто живут в вашем, деваться некуда, они ходят на Бхагаватам. Но сейчас вторник, 30 человек на Бхагаватам. И легко быть хорошим раз в неделю, легко быть преданным, знаете, по праздникам, раз только преданность. Но когда пытаешься быть преданным каждый день, то тут возникают нюансы, потому что ум не всегда хочет сотрудничать. Но в этом искренности проявляется, что человек. В этом любовь и есть, да? Любовь это не только когда мне нравится. Любовь это значит, что как лучше Кришне. Вот. И это не всегда нравится для нашего ума. Но вот это и есть преданность. Я рад, что сейчас в обществе преданных. И мы читаем с вами Шримад Бхагаватам. Здесь Господь Брама прославляет героизм, прославляет ее удачу и делает предсказания. Прошлый стих он написал миссию Господа Капиладеву. Капиладева, и здесь Господь Брама делает предсказание, что твой ребенок, он спасет тебя, он разрушит, да, развяжет узел авидии, из-за которого ты здесь находишься. Помните, ну, вы наверняка читали не один раз Шримад Бхагаватам, Девахути, она плачется, там, когда муж ушел из дома, ясное дело, что еще не было. И сын остался, сын Капиладева остался. С чего он начался разговор с Капиладевым? Первый стих, который он произносит, он говорит, что чувства меня замучили. Замучили меня чувства. А у нее как бы жизнь такая очень успешная. Царская дочка, муж, сверхчеловек. Они несколько там, сколько там, сотен лет, они по всем курортам, понимаете? По всем курортам. То, что там в Крым куда-то, да, или в Турцию, на разных планетах побывали. Такой вот, лунопарк он стоил у меня. Сколько угодно наслаждений, любая еда, машины невероятные, да, летающие. Все здорово у меня. И она говорит, знаешь, сынок, намучилась я с этими чувствами. Помоги, а. Вроде бы хочу жаловаться. Вот мечтать только можно об этом. И вот она все желания исполнилась, мучаюсь я. Ну, женщина, непонятно. Все вроде ей, говорит, мучаюсь. Вот. Оказывается, обидия это мучение. Обидия это мучение. И под словом обидия здесь дается правильное определение слова обидия. Что мое понимание обидия, ну так, когда говорят слово, человек невежественный. И у меня какой-то бородатый человек, немытыми руками, с такими ногтями, ну как-то возле метро живет невежественный. Ну или двоечник, который там не может написать свое имя без трех ошибок. Вот невежественный человек. А я-то могу написать. Ну не всегда, конечно, но обычно. Я могу даже на компьютере нажимать на кнопки. Какой же невежественный. У меня даже одежда чистая и носки влажные. Какой же я невежественный. Я очень даже вежественный. Я даже очень даже продвинутый и культурный человек. Но под словом невежество, и под словом невежество речь идет не о том, что человек не знает таблицу умножения. Речь идет о том, что этот человек не понимает, кто он такой. Кто он такой. И вот это непонимание, кто он такой, я слушаю Гуру Махараджа, он у него есть такой высказывание, говорит, что современное общество – это общество «я». Люди эгоистично думают о себе.
Ведь это неплохо, в принципе, это неплохо думать о себе. Это даже хорошо думать о себе. Очень хорошо думать о себе. Вопрос только, кем вы себя считаете. Если вы считаете себя ложным эго, то такое думание о себе, оно рождает конфликты вокруг. Человек сам становится несчастным, и люди вокруг него становятся несчастными. Вот это проблема. И давайте я под эту тему исследую невежество. Что дает, к чему приводит невежество? И что произойдет с человеком, если он от невежества избавляется? Ведь именно это обещал здесь Господь Брахма. Он сказал, что твой сын, он избавит тебя от невежества, разрубит узел аханкары. И я хотел бы вам открыть, что означает разрубить узел аханкары, как это выглядит, и что будет с человеком, у которого аханкара разрубит. То есть сначала мы поговорим о невежестве, да? Как оно проявляется и что происходит с людьми, как оно выглядит, это невежество. Второе, что происходит с человеком, у которого невежества нет, каким он становится. Окей? И третий момент, как от этого невежества избавляются. Может вы вдруг захотите от него избавиться? Вдруг. Не все, я чувствую, захотят. Но те из вас, кто захотят, в конце Шрила Прабхупада в комментариях говорит, как это сделать. Итак, невежество, авидья, отождествление себя с телом. Давным-давно, несколько миллионов лет назад, давно, да, до динозавров, жил да был один удивительный преданный царь. И жизнь у него была, как у любого царя, очень трудная, вернее, хорошая. Очень радостная. Мы же когда на них смотрим, думаем, вот везет же, а какая машина, сколько наслаждений, что у него в холодильнике, да? Куда он летает. И вот так мы смотрим наверх. Но Бхагавад там рассказывает жизнь этого преданного. Он был преданным притом. Знал философию. Вы знаете, от одного знания философии, как говорит здесь нам Шрила Прабхупада в комментарии, недостаточно, чтобы это не избавиться. И немножечко он был преданным, но немного у него было обидения. Немного было обидения. И притом эта обидия была очень благородная. Он не то, что был такой, знаете, эгоист, который думал только о себе. Он думал не о себе, он думал о своем народе. Это классно думать о своем народе. Не все правители могут думать о своем народе. Он даже о своей семье не может думать. Знаете, если человек, если правитель, это когда Дарёдана Дхритарашта, когда, если они не могут о своих близких позаботиться, что уж говорить, ты когда, по-моему, уже ты пришел. Видура, когда Видура вернулся и рассказал, как велел в Синапуре. И там была такая фраза, если человек, а это речь была Дарёдане и Дхритарашта, если они о своих братьях не могут позаботиться, если у них в семье проблемы, если не могут в семье наладить ничего нормально, как же они будут заботиться о человечестве? Да? Если у них не хватает как бы широты сознания позаботиться о близких, то он речь, как он будет о царстве заботиться. Так вот? Согласны? Mm-hmm. Если проблемы в семье, как он будет о своей организации нормально заботиться? Он будет просто эксплуатировать этих людей. Ведь он даже о своих близких не может позаботиться. Так вот, Махарадж, вот этот царь, его звали Махарадж Читракету, преданный. Он очень заботился о своем царстве. Он прям переживал, как настоящий царь. Он спросил, ты кто? Я царь. Я царь. И притом ведический царь. И он хотел, чтобы люди в его царстве не только процветали материально, чтобы они духовно развивали. И для этого нужно, чтобы система варнашамы, карма, она была выполнена. И он это организовал. У него все было идеально. Дождь приходил вовремя. Вот. Еда росла в холодильнике, вернее, на полянке. Но ее собирали в холодильник, да? Не было разводов. Вот люди, они всегда вот так вот махали флажками, когда его видели. То есть они души не обличали. Они как отца его почитали. То есть они были довольны царем. Но о чем же он переживал?
Он переживал, что после меня некому будет о них позаботиться. Если я не оставлю, не что там, любого сына, какого угодно сына, нужно специального сына оставить, который сможет быть таким же широкомыслящим и таким же благородным, как и отец. Он должен воспитать точно такого же. Это его ответственность. И вторая вещь, он еще переживал за своих, за свой род переживал. Тут, я не знаю, за бабушку уже перестаешь переживать. Дай Бог. Про родителей вспомнил. Он, представляете, о прабабушке переживал, о прадедушке переживал, о прапрапрапрадедушке переживал, который уже давно он оставил этот мир, а он за них переживает. Потому что если наследника не будет, то тогда весь свой род, ему придется съехать с райских планет. Съехать, понимаете, денег не хватит на гостиницу, на райских планет. Где же надо счета, надо пенсию здесь отсюда переводить. На счет, да, банки. Если я не буду это делать, я сейчас это делаю, а кто дальше будет это делать? Понимаете? И вот он переживает. Все нормально. У него Бентли, у него хорошие компьютеры, много восхождений, все, что хотите. Но он, смотрите, переживает. Сына нет, царство, дело моей жизни разрушится, мой род будет страдать. Вот о чем переживаете. Благородное переживание. Хороший человек. Вот где вы таких сейчас встретите? Очень благородный. Может сказать, плохой человек, невежественный человек. Разве может это сказать? Слышите, дорогие, ты невежественный просто. Оскорбление? Ты же невежественный. Смотри, какое благородство. Добрый, жертвует. Благородный человек. Да? В чем-то в невежестве. И вот на самом деле он в невежестве находится. Потому что он отождествляет себе, я царь. Я царь. Вот мне даже язык, да, не поворачивается. Это невежество. Читракет невежество. Да какой же он классный. Он классный. Двоечник. Это не я, это здесь написано. Здесь написано, если человек, но я такой же, вы не переживайте. Здесь написано, отождествляет себя с телом. Невежественный. Невежественный. И вот он уже страдает. Он уже страдает от того, что у него нет сына. И он, значит, приложил все усилия не как бы не для того, чтобы наслаждать свои чувства, а чисто для того, чтобы решить эту проблему. Он взял в жены царскую дочь. Ее специально воспитывали. Прилично все. Она как бы идеальный характер. Специальной школе училась. Благородных девиц. Ну просто ангел, ну только на земле. Взял жену, детей нет. У него головная боль. Нет бы радоваться жить. Сейчас люди радуются, детей нет, просто ничего. Нет проблем. А у него проблемы. Ведь он царь. Ему нужен потом. Вторую взял. Опять неудача. Третью, четвертую. Ну, благо в те времена у него проблем с деньгами не было. И кшатриям позволялось. Заботиться о большом количестве женщин. Одно условие, конечно, что они должны быть довольны. Сколько бы их ни было, они должны быть довольны. Если он может обеспечить их удовлетворенность, хоть сколько может брать. И он брал, и брал, и брал, и брал, и даже Кришну обошел. У Кришны было для всего 16 108 жен. Детский сад просто. Читракету до миллиона дошел. У него было миллионы, не миллион, а 10 миллионов, там написано. Кришна, как бы уже смотрел, ну дает премию, да? И он все печальные тучи, Читракета печальные тучи, 10 миллионов жен. Он живет уже не один год, и даже не 100 лет, очень долго живет, и ни одному сыну. Такая неудача. И он прилагает усилия и чувство долга, ведь мы долго жить. Шатри, я же царь, я должен позаботиться о людях. Не надо прилагать усилия. Я бы давно махнул рукой, бы смирился бы, да? Наложил на себя руки там, ничего не знаю, что. Но он вновь и вновь прилагал усилия. И опять неудача, и опять неудача. Представляете? Вы приходите на кухню, как варить гречку. Раз сгорела первый раз гречка. Вы опять наливаете воду, опять варите, она опять горела. И вы опять, вы уже миллион раз это делаете, и она опять горит и горит. Я говорю, ну, это решилось, это
хорошее качество. А мы говорим, невежественный человек. Ну как невежественный? Смотрите, какой решительный человек. Ради народа, ради предков он идет на такие невероятные скидки. И однажды к нему в гости заехал проповедник. Залетел проповедник. Как его, Ангира, да, звали? Ангира Муни. Ну, из партии Рикшины. И он его увидел, он спросил у него, как у тебя там дела, а он знает, почему кшатри, какие дела, если у кшатрия есть все нормально с казной, если у него есть друзья, союзники, если у него есть подданные, слушаются. Там семь вещей, которые для кшатрии важны. Он спрашивает, ну как у тебя, все нормально? Ой, что ты такой понурый, какое-то неисполненное желание. Смотрит, там богатство, минерилы просто. А он понурый. Говорит, что ты, наверное, какое-то неисполненное желание. Он говорит, да, я несчастный, я самый несчастный. Вот это сложно, да, слушать от таких людей. Я включу английский язык, и там была статья про Элвис Пресли. Это до Битлз был. Правильно? Элвис Пресли. Он король, царь, король рок-н-ролла. Да? А? До. Долго, я точно знаю. Самый популярный, у него там куча этих дисков, Битлз его выпустили. И у него куча денег, известность. Он вот с коммерческой точки зрения успешный очень. Так вот он такую фразу сказал. Я готов дать миллион долларов. Это не значит, что сейчас миллион долларов. Умножьте, ну, раз на 20. Я готов 20 миллионов долларов дать. Просто, чтобы просто один день побыть не Элвис Пресли. Такая фраза. Так ему было тяжело. Он кончил, так хочет. Печальный человек, несчастный человек. А люди смотрят, да, везет же ему. Так очень трагедия. У него все есть. Но из-за того, что вот эта обида у него есть, притом такая благородная, он переживает за подданных, он переживает за своих предков, очень любит своих жен. Да? Все нормально, но переживает сильно. И мудрец ему говорит, но тебе не положено по карме. Посмотрел у него гороскоп, и нет у него сына, нет. Но карма же не фатальна, вы знаете об этом? Карма не фатальна, нет. Мы можем совершить поступки в этой жизни, которые повлияют на нашу карму, прошлое. А иначе какой свободы выбора у нас есть, мы можем менять свою судьбу. Есть определенные границы, но мы можем менять. И тот замолился, говорит, можешь мне помочь? И мудрец посмотрел на него, на его обиду, понял, что он ничего не понимает, он преданный полный май. Он преданный. И он говорит, я сейчас совершу один ритуал, и этот ритуал принесет тебе то, что тебе не положено по судьбе. Но мы сделаем сейчас этот ритуал, и у тебя родится сын. Он говорит, да ладно, правда? Он говорит, на миллион сбит, 10 миллионов живут. Что, серьезно, что ли? Знаете, уже миллион раз эта гречка горела. Он говорит, неужели это произойдет? Он говорит, да, они сделали эту ягью. Он помолился, Господи, сделал ягью. И дал какой-то там, что там, сладкий рис. Он сказал, что вот пусть твоя жена выпьет. Я вам дал своей жене самый лучший, который у него была. Он говорит, у тебя будет сын. Уходя, мудрец уходя, говорит, у тебя будет сын. Его назовут, его будут звать Харшашока. Харшашока означает горе и радость. Харшашока. И царь Чандракету был в таком экстазе, вообще от своего мысли, да, помните, мы про вдохновение говорили. Вдохновение, когда одно из проявлений, я пока еще несчастный, но я предчувствую, что будет Бог. И он был так воодушевлен, что эти слова как-то, он не отдавал отчет, о чем речь. Он подумал, ну, как и любой сын, наверное, он, ну, радость-то понятно, но горе, ну, может, не очень послушный будет. Ну, ничего, лучше такой сын, чем никакого. По принципу, лучше слепой дядя, чем никакого. Но на самом деле это неправильно. Лучше никакого, чем такого. Да? И царь Чандракету дал своей жене этот просад, и жена родила ему сына. Представляете, какой был фестиваль. На миллион первый раз
гречка удалась. Что-то всплывает в памяти разные истории про то, как Браман готовил для Гопала, да? Есть тут маленький Май, да, он там все время. Ладно, не будем туда. Он рад, все рады, но он совершил одну ошибку. Это невежество. Он так был рад своему сыну, что стал из-за вот этого привязанности к сыну, он стал совершать ошибку. Он перестал выполнять свои обязанности как мужа. Да, перед, как это звали, женой, которая родила, он, конечно, чересчур рад, и жену просто вознес на пьедестал, чуть не поклонялся ей, да. Но все остальные 999 миллионов, 999 999, он не перестал, а обязанность какая? Все были довольны, но они были недовольны. Притом они все были, знаете, они учились на бхакта-прагра, у них были хорошие качества, они не были ракшаси. Знаете, там, из дискотек, которые с такими прическами, да, они были нормальные, все в саре, там, с точками, да, вели себя прилично. И тут у них стало появляться из-за обиды зависть. Почему она, а не мы? Так обидно было, так больно, что даже мысль возникла, а не убить ли нам Царевича. Они забыли о брате мужа, муж-то вообще с ума сходит к этому ребенку. Души не замечают. Но так было больно, что они втихаря сами того не верили. Видите, это называется, что даже преданные могут из-за обиды такие вещи могут сделать. Могут быть аккуратным с этим, с этой обидой. И они отравили Царевича. Отравили, да, насмерть. Помер Царевич. Владелец помер. Когда сиделка увидела, что мальчик-то не дышит, она в истерику прибежала к царевне, не понимает, что происходит, она смотрит, а ребенок закатил глаза, он уже начинает, холодным стал. Она стала бить себя в лоб, в грудь, там, стала разрывать на себе эти волосы, рвать на себе волосы. Отец, царь, Читракетов, что за шоу, что происходит? Представляете, как он себя чувствует? Он просто упал в обморок. Мужик упал в обморок, кшатри. Здоровый такой, который ничего не боится. Он падает в обморок, не верит своим глазам, у него все плывет перед глазами, да? Он не понимает, что произошло. Как это произошло? И его жена, и он вместе с ней начинает ругать Бога, судьбу. Видите, Бога они не стали ругать, они называли его судьбой. Это то же самое. Это же то же самое, что такое судьба, это Бог. Почему? Почему ты так несправедлива, судьба? Ты издеваешься над нами просто, надо мной, над моим мужем, говорит старину. Не должен умирать сын раньше, чем отец. И вот такие оскорбления пошли. Такая вот, такая речь. Мы можем понять женщину, правильно? Разве это плохо, если она переживает о своем ребенке? Это хорошая мать, значит? Это называется невежество. Хорошие родители, ну а что они должны были сидеть с мертвым лицом, говорить, ну помер, блин. Ну ладно, что делать, мы же душа. Так они должны реагировать, это что, нормальная реакция должна быть? Как они должны реагировать? И тут говорят, это невежество. Опять прилетает Ангела Муни уже с Нарада Муни. Они вдвоем здоровым за мужчин. Они посмотрели Читракету в трансе, полном. Но он в истерике, ну все, это десятый миллион, первый раз опять величка горела. И опять не получилось, опять все разрушилось. И тут ему говорят, а ты же в мае. Правда, так вы в мае. Подождите, а как они должны реагировать? Радоваться, что ли? Смерть ребенка? В чем же мая? И тут ему стал проповедовать. Говорит, на самом деле, я с самого начала понял, что ты в мае. Первый раз когда я но ты не мог меня услышать. И чтобы, ну я не стал сильно переживать, как-то вот, насилие какое-то над тобой совершать, но не готов ты был услышать, каково же знание. Истину ты был не готов услышать. Ты не готов был услышать, что ты не царь.
что ты не мужчина и не женщина, что ты вечно слуга Кришны, ты не готов был такую истину услышать. Да, ты читал об этом книгу, но я не мог тебе это сказать вот так вот прямо, потому что очень сильно ты переживаешь за свой народ и за своих предков. Но сейчас, похоже, ты убедился, к чему приводят твои переживания. Как ты счастлив? То же самое вопрос сказал Нарада Муни своему ученику Ясадеве. Ты счастлив отождествляя себя с телом и умом? Ясадева серьезный человек. Печальный сидит. Ты счастлив? И тут Читракетти был явно несчастлив. А как? А как мне нужно видеть мир? И вот ему объясняет, что пойми, что ты не это тело, и не этот ум. Ты не отсюда. Это приходит и уходит. Началась Бхагавад-гита. Это уходит и приходит. И теперь вторая часть. Это была первая часть, к чему приводит обидение. Страдания. Обязательно будем страдать. Привязанность к детям, к жене, к мужу, к стране, к здоровью, к способностям своим, к деньгам своим, к комфорту. Это всегда приведет к страданиям. Всегда приводит к страданиям. Вопрос времени. И мы всегда так удивляемся. Ой, кончилось. А ты еще не знал, что кончится? Нет. Я думал, будет вечно. Это иллюзия. То, что имеет начало, будет конец, будет страдание. Теперь давайте посмотрим, как изменилось, что будет человеком, если он получает знания. Бхагавад-гита, Кришна начинает свои наставления с Арджуны, он говорит, что мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых. Помните, да? Это первое, с чего он начал. И у меня всегда возникает такой образ. Давайте мы попробуем его разрушить. Это неправильное представление. Возникает образ, ну то есть получается, если я душа, и я никакого отношения не имею к этому телу, к этим детям, которые бегают. Почему тут я-то? Вы просто души. Ребенок сказать, душа, да? А, да, и возникает такое представление, что вот этот преданный, который осознал себя душой, он становится просто железобетонным столбом, бесчувственным, без сентиментов всяких, жестким таким. Знаете, там кому-то голову отрезают, он говорит, ну это его карма. Смотрит там мать о ребенке заботится, говорит, так Майя же помнит. Да, это Майя, факт, это Майя. Это Майя, это эмоции, это Майя, да, в смысле невежество. Там присутствует невежество, и оно закончится страданием. Но так непреданно реагирует. Он не скорбит ни о живых, ни о мертвых. То есть он вообще не скорбит. У него вообще нет сентиментов. А? О чем же скорбит? Тот, кто не скорбит о живых и не о мертвых. О чем же скорбит святой? О невежестве. Он скорбит, он переживает, но просто по другим поводу, по другому поводу. В этом разница. И тот, кто отождествляет себя с телом, то круг, о ком он переживает, он ограничен очень. Его способность и желание за кого-то переживать, оно очень маленькое. Только те, кто с моим телом связан, за них я переживаю. А тех нужно есть. Они же никак со мной не связаны. Представляете? Но когда у человека эго уходит, можно эго уходит, то его способность переживать, она увеличивается пропорционально этому. Теперь у него не маленькая семья из трех человек. Семья его расширяет. И он может даже, семья, весь мир его семья становится. Он переживается каждого муравья, который здесь ползает. Он спокойно не может сидеть, видя, как муравей несчастный, без сахара, помирает с голоду. Но он не переживает за то, что вот ему еды не достанут. Но он переживает за то, что ему больно. Ему больно. И ему больно из-за того, что он отождествляет себя с телом. И мне надо помочь объяснить ему. Ну, объяснить это не объяснить, а научить его, здесь объясняет, что разорвать этот узел невежества,
не от просто объяснений. Надо научить его особой практике, с помощью которой он сможет из этого невежества выйти. То есть преданный не бесчувственный, преданный очень чувствительный, и даже очень сентиментальный, но по другому поводу. И поэтому Нарада Муни, Ямбира Муни, когда смотрели на умершего сына, не то, что они такими, знаете, как самураи, лицами, непроницаемыми, говорили, ну, помер, а что, все помрели. Нет, не так было. Они испытывали, они видели, что Читракету страдали, и они ему сострадали, они тоже переживали. И не потому, что сын умер, а потому, что у него неправильное представление о том, что произошло. Надо переживать, за смерть надо переживать, но не потому, что он умер, а потому, что я не успел ему дать сознание лишнее. Преданные уходят, поставляют эти тела, и преданные другие, они скорбят не о том, что он умер, так это понятно было, что он умер, тело-то умрет. Они переживают за то, что я не успел послужить этому Вайшнаву. Вот о чем они переживают. Либо переживают о том, что я не смог получить его общение. Либо ищут, ну то есть другой повод для переживания. Переживания у преданных есть, но они другие вопросы. И что сделал Ямбира Муни, желая помочь? Ну, он видел, что не до конца у Читракеты вот это вот. Он переживает, как сын-то умер. Он сделал такое чудо. Преданные иногда такое делают, а Господь тоже такое делает. Он сделал так, что раз и тело, душа вернулась в тело. Видите, мальчик, младенец. Ему там сколько, даже несколько месяцев было. И тело ожило, душа вернулась. И знаете, на чистом санскрите. То есть вот неожиданно. Неожиданно от младенца мы не ожидаем таких вещей. Вдруг членораздельная речь, вместо того, там угу-гу-гу говорил, да? До этого. Буквально 2 часа назад. И тут, вы знаете, на санскрите, как взрослый проповедник. А Ямбира Муни, Нарада Муни спрашивает, сынок, а что ты так отца-то расстроил? Ты зачем ушел? Тебе столько лет нужно было жить здесь, радовать отца и ну, править народом. Вот посмотрел такими трезвыми глазами. Ребенок с трезвыми, не такой вот такой затуманенный, обалдевший от мира и чудес вокруг, да? А с такими, как у мудреца, он посмотрел, он говорит, а кто тут мой отец? Вот это что? У меня столько отцов было. Ты про какого говоришь? Отец слышит вообще. У него все отцовское чувство, оно отвалилось просто. Отец, мать, у меня было столько отцов и матерей. Это же не проблема отец и мать. У нас каждую жизнь есть отец и мать. Их столько уже было. Ты вы про кого, спрашивает он на родине? Ты вы про кого? Про этих, что ли? Но понимаете, карма тут моя как бы прошла. И сейчас по воле судьбы я переселяюсь в новое тело. То есть этот царь, царица смотрит. И Авидия просто растаивает у них все. Че себе такой сынок, а? Нарада Муни говорит, ну как, ты понимаешь? Да, да, я понял. Майя полная, слушай, полная майя. Это думал мой сын, это же душа. Она, это не моя собственная, она просто улетела и все. Вопрос времени. Почему мы так привязаны к какому-то конкретному человеку? На самом деле потому, что мы хотим его эксплуатировать. Если мы говорим о любви, да, так почему бы не любить другого человека? Почему вы любите именно этого человека? Потому что у него есть что-то такое, что вам надо. Поэтому вы любите его. Поэтому своего любите. Потому что есть ожидание от него. Отождествление. И вот от него пропали отождествления. И Нарада Муни дал ему особую мантру. Так как еще не полностью, вы видите, Кришна, не полностью очистился. Тебе нужно дальше практиковать, и дал ему мантру. Сказал, что повторяя эту мантру, ты сможешь жить совершенно. И кем стал Читракета? Он стал в следующей жизни. Ну там небольшая история была, чисто лила, непонимание между Парвати и Читракетой. Вот. И в следующей жизни он стал Вритрасурой. Вритрасура невероятно возвышенный преданный.
Я вам объясню, в чем его возвышенность. Когда прославляешь Мадхагвату, когда говорят, славятся на Шримад-Бхагавату, как один из признаков, что это произведение Шримад-Бхагавата, там с Мадригали начинают, да, что там 18 тысяч школ, и один из признаков истинности, что вот какая-то книга это Шримад-Бхагавата, там говорится, там есть история про Ритрасуру. Ключевая история. Не Расалила даже. История про Ритрасуру. В чем же удивительная история про Ритрасуру? Вы представляете, вот чистый преданный, который живой на Кришне. И по идее чистый преданный заключается в том, что ради него он готов все, что угодно сделать. И у нас всплывают такие образы, все, что угодно, готов сдать, даже посуду помыть после пили. Вот это для меня все, что угодно. Кто-то говорит, все, что угодно, я готов, и начну вот бдение, да, там, петь всю ночь Хари Кришне. И у каждого разные свои представления, что ради Кришны я готов сделать. Как знаете, что Читракету ради Кришны делал? Он стал врагом преданным. Преданные его ругали. Он мог говорить, да это не я, ты же мне просто Бог попросил, понимаете? Я-то ваш, знаете? Чего вы меня ругаете? Я же ваш, нельзя такого делать. Его демоны ругают. Говорит, ты что, ты же наш? Ты что, подыгрываешь к ним, полубога? И полубоги его ругают. Представляете, никто его не понимает. Все ругают, и свои, и чужие. Никто во всей Вселенной его не понимает. Один Кришна его понимает, и ради Кришны его делает. Вот это аскеза, вот это очень интересно. Он говорит, Ритрасура, за это он прославляет. И известный стих, который произносит Ритрасура, он говорит точно так же, знаменитый стих, Аджата Пакши Иха Матара Кага, Станьян Ятха Аванса Дарам Шудархам, Прио Приеву, Юшина Вишана, Намора Виндакша, Дизикшита. Он говорит точно так же, как птенец, жажде, вы птенца видели, да, рот один, рот. Он не ходит, никуда не ходит, сидит просто, да, и орет, есть хочу. И когда он такой волне, он орет, что мама, если даже за 10 километров где-то находится, она чувствует, что он орет. И она просто там вот летит, потому что если она туда ничего не кинет, да, он помрет. Он не может сам пойти в магазин, да, нет шансов, он сдохнет просто. И вот он орет, говорит, точно так же, как птенец, беспомощный, и как он жаждет, чтобы мама прилетела на кормила его. Точно так же я, вот такой жаждой, я хочу. Другой пример – это ребенка, третий пример – это жена. Ритрасура – вот это Читракета. Он стал таким. А был кем? А Винья. Был кем? Таким образом нам обрести вот это вот знание. В конце Шрила Прабхупады говорит, что истинное знание, оно не придумывается учеными. Это знание сомнительное. Оно очень сомнительное. Большие сомнения, что вы догадались, о чем я говорю. Вчера я проводил эксперимент на лекции, дал зрителям, дал просто маленький кулончик и спросил у него, исследуйте эту вещь и скажите, что это такое. И он там с высшим образованием человек подумал, говорит, ну как бы, вот. Я говорю, видите, человек даже в железячке не может называть. Каком Боге речь? Какое знание он может? Какое знание он может получить? Просто чуть-чуть, вот, простая вещь. А если говорить о каких-то законах более тонких, как он поймет? Это сомнительное знание. Но истинное знание, оно важно видеть. Чтобы обрести это знание, нам нужно взять Бхагавад-гиту и исследовать Бхагавад-гиту. И в чем же это знание? Думай о Кришне, поклоняйся Кришне, стань преданным Кришне. Таково истинное знание Кришне. И тот, кто это применяет в жизни, то тогда вот это обидие, из-за которого мы постоянно страдаем, из этих привязанностей неправильных, хорошая вещь привязанности, плохая вещь неправильная привязанность. Преданно очень привязаны. Но те, кто неправильно привязан, невежественно, это привязанность. Одни страдания почему? Но оно не уходит так, только если знание. А знание, Кришна говорит, думай обо мне, слушай обо мне, поклоняйся мне. Делаешь, что я говорю, тогда вот это обиде уйдет. И тогда человек может в знании быть всегда счастливым.
хочу подчеркнуть, что преданный не железобетонная стена. Понимаете? Да, эти материальные сентименты, это один факт, но преданный не железобетонным становится. Просто он начинает переживать по другим вещам. Он не бросает там семью, детей, общество, друзей. Он просто переживает по другому поводу за ним. Вот это разница. Он шире начинает переживать. Харе Кришна. А, есть время, да? Вопросы? Сомнения у кого остались? Сам же. Лапы же есть департамент вопросов. Спасает всех. Правильно поступать. Что означает правильно поступать? Шрила Прабхупада говорит, что сначала человек должен получить знания, но этого недостаточно, еще надо правильно поступать. И мы приходим на лекцию, нам говорит, вы слуга Кришны. Я говорю, да, понятно. И уже сам на лекции говорю, мы слуги Кришны. Все говорят, да, понятно, мы слуги Кришны. Ходим на улицу, говорим, мы слуги Кришны. Да, ясно, мы слуги Кришны. Но это ничего не меняется. Теперь он должен вот так сказать. Мы слуги Кришны? А что это не значит? Как слуга Кришны живет дома? Как слуга Кришны повторяет мантру? Как слуга Кришны общается с родственниками, которые не слуги Кришны? Как слуга Кришны воспитывает ребенка? Как слуга Кришны готовит еду? И вот когда вот этот вопрос возникает, и он начинает вести, как слуга Кришны готовит еду, вот это называется практиковать. И тогда обещают, тогда знания будут. Если же человек просто услышал, но не практикует это знание, ну тогда это неплохо, это уже неплохо. Но обещанное счастье придет не скоро. Вот. Хороший вопрос. Из йога-сутр мы узнаем, что там четыре этапа избавления от привязанности, от какой-то материальной привязанности. Там говорится, что вначале человек привязан, да? Потом он перестает это делать, но у него остается ненависть к этой вещи. Если человек что-то ненавидит, это означает, что у него привязанность есть та же самая, он просто ненавидит. Потом что-то там, типа воспоминания еще остается, да? Мысли, он еще понимает, о чем речь. Ненависти нет, но когда ему говорят пепсикола, он понимает, о чем речь. Это означает, что еще осталось. И уже третий вариант, когда уже даже образный возникает. И согласно, это известная вещь, согласно этому, когда люди говорят, если ты что-то ненавидишь, означает, что ты привязан. Да? Правильно? Я ненавижу этих женщин, но он привязан. Да я ненавижу этих мужчин, которые ненавидят женщин, да? Да? И тут возникает вопрос, естественно, если преданные, Шрила Прабхупада цитирует, преданные там написано ненавидят, да? Испытывают отвращение, да? Испытывают отвращение к чувственному наслаждению. То подождите, значит, он не привязан. Да? Правильно? Логично, кажется, что об этом речь. О каком же отвращении речь? Не могу сказать. Надо подумать. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Это не... Мне сейчас задавали уже этот вопрос, люди, лекции. Они тоже знают эту тему. Если ненависть есть, значит, есть привязанность. Они тоже об этом говорили. Надо подумать. Знаете, как это есть? У меня есть мысль просто. Точно так же, как вы объяснили тому, что при этом переживает глубоко по другому поводу. Ага, он ненавидит не свое привязание, а как препятствие перед отношениями с Кришной. Вот.
А если он достиг уже Кришны? А такое бывает? Такое бывает. Кто у него от Сарфи знает? Философию, когда человек знает, он может ничего угодно ответить. Да, хороший момент. Он переживает, у него отвращение по другому поводу. То есть, когда Махарадж Кулшинкар, да, и ему начали, да, он говорит, что я сплевываю, да, когда я вижу женщин, так перевод есть, ну, не совсем правильно. Там речь идет о том, что он, и у него отвращение, как у него высший вкус есть, когда ему предлагают какое-то более, ему предлагают чувственное наслаждение, вот он когда сравнивает, что ему предлагают, и тем, что у него есть, то есть он не против женщин, не подумайте только, что он против женщин, он против того, чтобы их эксплуатировать. Вот эксплуатация кого-то вызывает в нем отвращение. Ну, то есть вот такой ответ, что он по другому поводу отвращение у него. По другому поводу. Я еще подумаю, может. У вас еще один вопрос. Кто-то еще хочет спросить? Поднимите сразу.